Я ему ее дарю. Возможно, Лю Канг в тебе ошибался. А может, он, как и я, почувствовал, что ты не знаешь, как поступить. Спасибо. А этого вы не видели в своих видениях? Что-то нашептывает тебе, что все должно быть по-другому. Что ты должна быть другой. Ты больше похожа на Синдел, чем на Шао Кан. Но она мертва. Моя мать мертва, да. Зачем вы? Тебе нужны ответы, Китана. Я помогу тебе их найти, если ты мне доверишься. Отправляйся в ямы плоти Шансунга. Там многое откроется. Ямы плоти? Но мне запрещено туда. Да, запрещено. Из чего бы это? Я не знаю. Скажите мне. Ты должна избрать верный путь. Сама. Выходи, Джейд. Я знаю, ты идешь за мной. Опять. По-прежнему иду. Я знаю, куда ты направляешься. Мне приказано не пускать тебя туда. И почему же? Я не оспариваю приказов императора. Китана, прошу, поворачивай обратно. Не могу. Этот путь приведет меня к истине. Прости, Джейд. Но я не позволю меня остановить. Я пыталась тебя предупредить, но я должна это Что во имя всего? Она выглядит как я. А?
Сестренка. Такая красивая, такая справедливая, такая грустная, одинокая. Подойди, давай станем семьей. Ты мне не семья. Ты чудовище. Прощай, сестренка. Разве можно так обращаться с сестрой? Презренная свинья. Думаешь, мой отец это потерпит? Эту мерзость, которую ты здесь создаешь. Я лишь усовершенствую вас, принцесса. И это довольно сложно. Молчать! Я притащу тебя к Шао Кану за твою козлиную бородку. Fight! Поднимайся. Ты встанешь перед моим отцом и сознаешься в содеянном. Я бы не беспокоила тебя, отец, если бы это не было столь важно. Я считаю, что ты должен знать, чем Шанг Цунг занимается в последнее время. Этот волшебник создал ужасные копии меня, смешанные с таркатанской кровью. Одна была живой и напала на меня. Отлично, кудесник. Ты знал? Ты... это одобрил? Как ты мог? Ты же мой отец. Я твой император. Твой отец был слабым эденианским королем. Я уничтожил его во время слияния его мира с внешним миром и взял его королеву в свои жены.
Если бы я только не позволил Синдал убедить себя в твоей ценности. Но теперь у меня есть настоящая дочь. Рейден был прав. Ты лгал мне всю мою жизнь. Башню ее. В назидание другим. Возвращайся в ямы плоти и приведи мою дочь, Мелину. Я тебя подвела, Китана. Теперь я заглажу свою вину. Это все. Пушки не игрушки. Они принадлежат Шанцунгу. Мы закончили. Возвращайся на свой пост. Отойди, мне нужно повидаться с Китаной. Никто не войдет в башню. Ты превосходный сторожевой пес, Барака. Но должен получить команду к ноге. Ты мне не указ. Baraka wins. Round three, fight. Мальчик. У этой нюансов нет преданности. Я поняла, что слепая преданность — это плохо. Нужно быть начеку, чтобы предвидеть завершающий удар. О чем ты говоришь? С тобой было легко сладить.